Всем привет! Я получила свой новый заказ. И одна моя маленькая мечта сбылась. Это фарфоровая наша белая посуда. Вот. Вот так она блестит. Она это вообще нечто. Уже второй день любуюсь. Каждая посуда запакована, получается, ну, как обычно. Такой пакетик специальный и в коробке отдельно. Каждая посуда по отдельности идет в коробочке. Вот. Это вот получается кружка. Я все заказала по несколько штук, ну, чтобы был какой-то сервировочный набор. Вот. Посмотрите, какая красота. Это маленький салатник. Ну, я думаю, казахи будут использовать это в качестве пиалушки. Ну, я, по крайней мере, буду точно так использовать. Это блюдце маленькое. Такая красота. Вот. И есть еще салатник большой. Сейчас покажу. Это уже, действительно, наверное, туда уже салат. Либо... Вот он. Вытащила. Вот так вот он выглядит. Это уже большая пиала. Салатник называется. Это маленький. Так, дальше я еще заказала, пусть и запоздала, но заказала вот такие формочки для запекания печенюшек. Вот, начнем печь, наверное. Вот такие они. Они классные, прямо качественные, без запаха. Все здесь идет без запаха. Вот этот набор стоит сейчас, как бы не соврать. Так. Вот цены. Форма для кекса, форма для печенья. 375 тенге. Вот это вот вся, весь набор стоит. А формочка для кекса, для запекания кекса, стоит, сейчас скажу, 900, ой, нет, вру. Для кекса 751 тенге. Вот в таком пакетике. Мягкий-мягкий. Его можно хоть в каком положении хранить. Ничего с ним не случится. Вот. И без запаха. Все, приятных покупок. Еще раз всем огромный привет.